Экспедиция начинается на площади Салават Юлаева. Участники возлагают цветы к его памятнику. Здесь же проходят съемки документального фильма «Дорогой Салавата». Автор идеи – председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан Фарид Габитов. Помогать ему будет большая команда из 17 человек. Это монтажеры, операторы, режиссер, композиторы, фотографы, дизайнеры и многие другие. На реализацию этого проекта Союз кинематографистов Республики Башкортостан получил грант президента России. Хотим, чтобы наша экспедиция осталась также вошла в историю, как попытка связать время, традиции. И со временем, возможно, этот маршрут будет и экскурсионным. В фильме у нас будут два путешествия. Одно наше и другое вот это вот путешествие Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Всего два актера будут задействованы. Они приедут к нам в Палдиске, и мы их там будем снимать. Выезжали в Салаватский район на родину Салавата, в деревню, где он родился. Мы оттуда взяли землю. Впереди долгое путешествие. Уже сегодня ребята доедут до Мензелинска. Затем Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Владимир, Москва, Тверь, Великий Новгород, Псков. На этом российская часть путешествия заканчивается. Дальше Эстония. Экспедиция завершится 16 июня в городе Палдиске. Именно там находилась крепость Рогервик, где до конца жизни был заключен Салават. Мы бы хотели, конечно, завершив этот проект, еще его продолжить. То есть сделать именно дорогами Салавата, которую он прошел здесь. То есть путь его войны. И тогда у нас фильм будет состоять из двух частей. Хотим напомнить, что Салават, его имя живет в наших сердцах. Салават Юлаев был, прежде всего, борцом за свободу. И именно сейчас, когда наша страна находится вот в такой ситуации, мне кажется, это очень важно. Чтобы сбить пафос, я сказал, настало время Салавата, в нем есть и сало, есть и вата. То есть не только дух единения и стремления к свободе башкирского народа и жителей Башкортостана и Урала, а это дух единения, дружбы и примирения русского и украинских народов. Чтобы нить, которую прокладывали до нас другие, вот эта нить памяти никогда не прервалась. Тот путь, которым Салаваты и его отца Юлая знали, навезли в Рогервик почти 2 месяца, экспедиция проделает за 2 недели. Дальше их ждет работа над фильмом, презентация которого состоится в кинотеатре «Родина» 26 сентября, в день смерти Салавата Юлаева. Алина Таюпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.